Доброго ранку. Вже зустрічаємо ранковікові гості. Начальник департаменту ціннісної пропозиції «Київстар» завітав до нас, а Павло Даніман. Доброго ранку. Доброго утра. Ну, ви ми вас уже бачили, чесно кажучи, дуже знайомі. У вас обличчя, білбордах. Як то трапилося? Ви були і на білбордах. Добрий день всем. Ранее я вот работаю в Киевстар уже достаточно давно и занимаюсь запуском новых тарифов, услуг, акций и так далее. А вот в прошлом году мне посчастливилось поучаствовать в роли человека, который сам еще и рекламирует тарифы, которые запускает. Так сложилась ситуация, что вот актер должен был выйти на площадку, чтобы сниматься для фотосессии, но он заболел и не смог выйти. Поэтому срочно надо было кем-то заменить, и я поехал в студию на фотосессию. И так получилось, что я и снялся для рекламы тарифного плана, который сам и запускал. Он совершенно случайно, наверное, заболел, да? И вы случайно так раз и появились. И вы ни до чего, да? Это была вот честная абсолютно случайность. А вот в этом году, когда мы запускали новую линейку тарифных планов, мы пошли уже по традиции. И вот на всех стартовых пакетах абсолютно наши сотрудники «Київстар». Мы же хотели запитати, как же туди потрапити. Зрозуміло, треба працювати в «Київстарі». Да, у нас открыт набор в колл-центр. Ага, все. Здравствуйте, вас. Ну, ти можеш цим займатися. Розкажіть, будь ласка, у нас в Кіровограді стартує 3G від «Київстар». Коли це буде відбуватися? Як це буде відбуватися? Це нова політика, ну, це ж всім, мабуть, цікаво. Так, звісно. Смотрите, от сьогодні з самого утра вже працює 3G. От буквально я сюди їхав і вже користувався услугами мобільного інтернету. Він вже з'явився і вже можна абсолютно спокійно користуватися. Он доступен для абонентов любых тарифных планов, ничего не надо менять, уже просто можно начинать пользоваться. Достаточно только включить 3G в своем телефоне, и вы сможете наслаждаться. Есть новые тарифные планы, на которые можно перейти и получить все преимущества, которые можно получать в 3G. Безлимитные соцсети, мессенджеры популярные, музыка, видео, и все это доступно абсолютно легко и каждому. Сколько это стоит? Новые тарифные планы от 50 гривен вы получаете уже 2 гигабайта интернета и безлимитные соцсети. Очень выгодный тарифный план. Тобто, в принципі, зараз 3G доступний усім абонентам, нічого додатково робити не треба, нікому телефонувати не треба? Ні, достатньо просто зайти в настройки телефону і включити 3G. І все, перевірити, що всі настройки коректні, і буде все працювати абсолютно спокійно. Ой, ну класно. А скажіть, будь ласка, більш детальну інформацію, я так розумію, можна зателефонувати або дізнатися особисто, прийти в центр «Київстар»? Можно в центр «Київстар», но в современном мире достаточно зайти на сайт и посмотреть все детали любого тарифного плана, и как настроить 3G, где есть покрытие и прочие вещи. Я хотел узнать, только в Кировограде или еще в области где-то есть 3G? Вот сегодня мы начинаем развертывание сети 3G с Кировограда непосредственно. В ближайшее время, в ближайшие месяцы мы откроем еще по всей области. Также будет появиться покрытие. Мы модернизируем более 160 базовых станций для доступа в 3G. Ой, класс. Але питання в чому еще у нас залишається? От посада. Ви начальник департаменту ціннісної пропозиції. Чим ви займаєтеся? Смотрите, суть моєї роботи – це якраз знайти те, що цінно для людина, те, що люди цінять. Люди не розуміють, наприклад, що таке 1 гігабайт. Це що? Непонятно. Зато люди розуміють прекрасно, що таке музика, відео, соцсети. Це те, що люди розуміють. І вокруг цього якраз ми будуємо нові тарифні плани, те, що цінно для людина. А, тобто ви досліджуєте питання, що хвилює людей, чого вони хочуть, і вже потім реалізуєте це? Звісно, ми проводимо достаточно много исследований, общаемся с клиентами, узнаем, что им важно и нужно. И потом на основании этого уже делаем тарифные предложения. А, например, как будет сочетаться 3G со звонками, с SMS и так далее? Это же тоже очень важно для людей, помимо интернета. Вот как раз вот те новые тарифные планы, которые доступны, они включают в себя и безлимитные звонки на номера «Київстар», минуты для звонков на другие сети, SMS и прочие вещи. Уже все собрано в одном пакете удобном, можно сменить свой тарифный план и пользоваться абсолютно спокойно, не задумываясь ни о каких мелочах. А скажите, будь ласка, есть какие-то технические рекомендации для ваших абонентов? Главное, это чтобы ваш телефон поддерживал 3G. Если он это поддерживает, достаточно зайти в настройки, выбрать лучше всего автоматический выбор сети. Там есть такой параметр, а не только 2G, автоматический выбор сети. И после этого все будет работать абсолютно спокойно, прекрасно, никаких сложностей в этом нет.
Еще есть такое понятие интернет-речи. Что это за понятие? Это очень сейчас модное направление, интересное. Оказывается, раньше люди пользовались интернетом, а сейчас уже машины, пристройства, устройства различные начинают общаться между собой. Для этого им нужна связь. Вот самые интересные проявления интернета вещей. Освещение, например, управляется через сим-карточки, выключается, включается. Есть специальные системы для аграриев, по поливу и прочим вещам тоже управляются через сим-карточки. Достаточно много-много-много разных вещей. Видеокамеры, в машинах появляется интернет и прочие-прочие вещи. Вот это вот как раз тренды того, что вот зачем будущее, как раз рост подключений к интернету связан с этими вещами. Ух ты, ты теперь зрозуміла, что людина займає посаду ціннісних пропозицій. Да, так розказуйте, интересно, я прям... Да. Ну, тобто, а вже сьогодні стартує 3G, вже сьогодні абоненти Київстар можуть ним користуватися спокійно. Якщо у вас виникають будь-які питання, ви можете телефонувати в кол-центр. І мало того, краще Маша працювати вже почала в кол-центрі, заметили, да? Аби... Хоче на білборд, я так розумію. Проблема все можлива, розумієш, вже починає проходити кастинг. Ми вам вдячні за надану інформацію, дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас у студії. Гарного вам дня. Ви можете, якщо хочете, звернутися і побажати гарного ранку всім кіровоградцям. Доброе утро всем. Включайте в телефонах 3G, пользуйтесь и наслаждайтесь. Будьте на связку. Кратко, лаконично и по делу. Я понимаю. Спасибо Дякую большое. Вам. Хорошего вам дня. Ну а мы вернемся после небольшого клипа.